14:00 на обед моя девушка любимая сделала горячие бутерброды, но какие-то необычные. Она взяла греночки, обжарила сначала в яйце, а потом сверху колбаска салями, сыр, зеленушка, такимали. Ребят, это просто выглядит красиво и, естественно, очень вкусно. Приятного всем аппетита. 9:30, мой перекус. У нас сегодня запеканка творожная с грушей, сверху немножко карамели и ложечка домашней сгущенки. Вкусно, красиво и безопасно, потому что делал сам. Чашечка черного кофе натурального у меня Бразилия Сантос. Приятного всем аппетита, удачного похода. 14:00 на обед у меня вот такой вот красивейший рулет. Рулет самодельный, сам делал. Он из фарша с яйцом. Видите, внутри как красиво. А сверху лаваш. Вот такой вот прикольный. Если хотите, сделаю вам обзор и рецептик, как я его делал. Ребят, это очень вкусно. Девушка сказала, обалденно вкусное блюдо. И знаете, вот не стыдно его будет на стол для гостей, там на день рождения подавать. Видите, такой интересный салатик. Тут морковочка с сельдереем, со специями. Очень вкусненький такой одесский вариант. Не по-корейски, а именно по-одесски, самодельный. Приятного всем аппетита. 18:00. На ужин у меня сегодня два помидора с оригинальной заправочкой сверху. Булгур отварной с карри, капусточка квашеная и яйцо пашот. Захотелось такой красоты. Разрезаем. Кроватенькая течет. 21:00, мой вечерний перекус. Один мандаринчик, вот небольшой, в ручку влазит. И чашечка кефира, 2,5% жирности. Это мой домашний кефирчик, вот он густой. Приятного всем аппетита, удачного похудения, спокойной ночи. Нас на ютубе под хэштегом Жирукопец. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.